С января по сентябрь этого года на общем фоне снижения занятости текущий уровень общей безработицы сохраняется на прежнем уровне 7%. По данным Департамента занятости населения, общая численность безработных стабилизировалась на отметке 37 тысяч человек. За 9 месяцев в поисках работы обратились в службу занятости более 28,5 тысяч человек. Из них нашли работу около 18 тысяч. По направлению органов службы занятости всего трудоустроено 11 300 человек, из них на постоянную работу 6,5 тысяч.